На телеканале РБК «Омск Новости» смотрите выпуски. Хроники Горсовета. История о том, почему депутаты КТОСа пожалели. Разговор по душам. О чем просили Дмитрия Медведева деятели культуры в Омске. Омск в движении. Дефиле по красной дорожке как часть работы. Смотрите прямо сейчас. Омским КТОСам увеличили финансирование накануне выборов. Замглавы департамента финансов Ольга Илютикова обратилась к депутатам Омского городского совета с просьбой не исключать строку расходов на КТОСы в размере 44 миллионов рублей. Мы обращаемся именно к депутатам поддержать представленные администрации проекты решения и оставить средства на финансовое обеспечение деятельности органов территориального самоуправления. Парламентарии проголосовали за это предложение. Интересно, что депутаты горсовета планировали использовать эти средства на ремонт омских школ. Еще одно изменение в бюджете 2017. Общий объем доходов и расходов предполагается увеличить на более чем 869 миллионов рублей, из которых большая часть, 868 миллионов, это поступления на ремонт дорог из областного и федерального бюджетов. Городские чиновники также проинформировали депутатов, что увеличение муниципального долга не предвидится. Правда, с оговоркой, это только пока. Избавиться от узкополитического подхода к культуре и соблазна объяснять режиссерам и актерам, что и как нужно делать. Совет Дмитрия Медведева партийцам, прозвучавший на пленарном заседании форума «Культура – национальный приоритет». Так премьер-министр прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг фильма «Матильда». Впрочем, центральными стали совсем другие темы. Одна из них – поддержка педагогов учебных заведений сферы культуры. Хочется, чтобы заработная плата росла не за счет увеличения нагрузки или сокращения штатов, а заработная плата педагога соответствовала средней заработной плате по региону, но за норму рабочего времени. Говорили также о недостаточном финансировании сельских домов культуры и театров для детей. Известный актер Сергей Безруков предложил организовать детский фестиваль по типу «Золотой маски». Дмитрий Медведев, в свою очередь, пообещал, что проект «Театр детям» получит поддержку и что он уже успел передать министру финансов пожелание выделить на него 300 миллионов рублей. Культура и искусство – это синонимы разнообразия нашей внутренней свободы. А задача государства, конечно, заключается в том, чтобы обеспечить реализацию этой свободы законодательными и финансовыми мерами. Задача, хочу вам сказать, очень непростая. Известный режиссер Станислав Говорухин обратил внимание собравшихся еще и на то, что читать в России стали мало. Но именно на чтение и обсуждение всех тезисов партийного форума у министра культуры Владимира Мединского и зампредседателя Госдумы Сергея Неверова времени было много. Просто так покинуть город им не удалось. Самолет задержали из-за поломки на борту. В целом же работу форума партийцы оценили положительно, пообещав приложить усилия к решению проблем, накопившихся в российской культуре. Обыски накануне приезда Дмитрия Медведева не случайны. Так прокомментировал ситуацию председатель совета директоров холдинговой компании «Акция» Сергей Калинин. Правда, изымались документы по уголовному делу, связанному с транспортировкой голубого топлива и тарифами на него в зданиях «Акции» и «Омсгоргаза» еще на прошлой неделе, а официальные заявления поступили только сейчас. Так, по мнению Калинина, выводы о завышенных тарифах на газ скоропалительны. Тарифы ниже, чем у других компаний. Также в «Акции» считают, что визит оперативников призван оказать давление на Андрея Галушко, хотя с именем этого сенатора Томской области связан не один громкий скандал. Движение. Шагать быстро или идти размеренно? По красной дорожке звезды отечественного кинематографа, конечно, шествовали неторопливо, успевая позировать и раздавать автографы. Но в творчестве у каждого из них свой ритм. Это лететь вперед. Идти вперед очень быстро. Последнее время с рождением дочери это получается очень размеренно. Очень так плавно, размеренно и спокойно. Новый ритм в этом году и у самого движения. Он стал более стремительным. Больше гостей и участников, только на открытие приехали 127 человек. Больше бюджет, больше конкурсных номинаций. А фестивальных дней по-прежнему 5. Одно из самых заметных ноу-хау 2017-го – конкурс веб-сериалов. Что это такое, пока не могут сказать точно даже организаторы. Это ноу-хау. И очень приятно, что это как раз в рамках нашего фестиваля здесь, в Омске, на интерактивной площадке, проходит именно здесь. Поэтому приходите действительно и будем вместе разбираться, что такое веб-сериалы. Но кто уж точно хорошо знает, чем веб-сериал отличается от привычных телеверсий, так это те, кто будет конкурсантов судить.
Жюри фестиваля – люди искушенные. Известный режиссер-документалист Алексей Федорченко, обладатель «Серебряного медведя», актер и режиссер Сергей Пускипалис, режиссер Роман Прыгунов и многие другие. Некоторые из них даже не скрывают – приехали на движение с корыстными интересами. Алексей по-погребски признается: движение для него – это не только возможность зарядиться энергией дебютантов, но и пережить премьеру своего нового сериала. Она состоялась на днях. Корыстные интересы отсидеться здесь, в городе Омск, в котором я здесь впервые, пока у нас идет эфир, чтобы каждое утро не смотреть рейтинги, не лезть в интернет, что там говорят. Я здесь буду, слава богу, занят делом. Спасибо за такую возможность. Риск, энергия, неожиданность – три главных качества, которыми, по мнению жюри, должны обладать конкурсанты. Кому из них удастся это сделать в большей степени, свой вердикт смогут вынести и зрители. Посмотреть конкурсные работы можно бесплатно. Показы состоятся в нескольких киноцентрах города, Омском цирке и драмтеатре. Правда и ничего, кроме правды. Журналисты газеты «Коммерсант» побывали на круглом столе в ЦИОМа и узнали, что люди хотят от предстоящих выборов в 2018 году. Если вообще хотят, эксперты сразу заявили, что президентские выборы россиянам не интересны, как и прошедшие думские. При этом образ внешнего врага, который много лет эксплуатировали в России, в этот раз уже не сработает. Специалисты говорят, внимание общества сейчас сфокусировано на внутренних проблемах. Социологи уверены, жители страны больше обеспокоены своим будущим в контексте решения личных проблем, поэтому специалисты предлагают политикам больше делать упор на социальную сферу и здравоохранение. Как избежать утечки деловой информации и почему одно селфи может стоить бизнесу десятки миллионов рублей? Газета РБК рассказывает, кто в компаниях не умеет держать язык за зубами. Журналисты приводят примеры. Ведущая известной программы о туризме Регина Тодоренко разоткровенничалась с поклонниками и призналась, что передача не более чем постановочное шоу. В итоге продюсеры проекта пригрозили ведущей штрафом и даже увольнением. Причем излишне разговорчивые сотрудники встречаются не только в творческих профессиях. Иногда топ-менеджеры попадаются на неумение хранить тайны. И уже в таких случаях риски намного выше. Селфи-зависимость сотрудников – еще одна проблема компании и оружие для конкурентов. За активностью в соцсетях часто следят промышленные шпионы. Специалисты по защите информации предлагают бизнесменам внедрять на предприятия внутрикорпоративные соцсети. Почему прежде чем выложить пост в соцсетях, нужно подумать, лайкнет ли его начальник, и как бизнесу стоит бороться с утечками информации, читайте в свежем номере РБК. Еще о тайнах, только врачебных, пишет газета «Известия». Госдума может принять резонансный законопроект депутата «Единоросса» Владислава Резника о допуске страховых компаний к медицинской тайне. Народный избранник предлагает внести поправки в федеральный закон, по которым страховые компании могут получать информацию о диагнозе клиента, наличии инвалидности, дать его обращение в больницу и медико-социальные экспертизы. Парламентарий отмечает, врачебные тайны приводят к задержке страховых выплат. Правда, его коллеги и эксперты увидели в этой инициативе антиконституционную и риск злоупотреблений. Почему инициатор уверен, что защищает права пациентов, и как новый регламент согласования законопроектов повлияет на их скандальность, читайте в свежем номере «Известий».